после игры мы встретились с Присяжненко Николаем, вратарем команды БФУ. И сейчас мы зададим вам пару вопросов. Оцените, пожалуйста, вашего соперника и считаете ли вы, что вы достойно проиграли? Я считаю, что мы не заслужили поражение, и соперник не такой страшный, как мне казалось изначально. Потому, если судить по положению в турнирной таблице, ну, я не скажу, то, что это настолько сильная команда, и с ней можно играть. Они сегодня не создали, считай, ничего. Было пару ударов, но они были в 20-метровой дистанции, поэтому я не считаю, то, что эта команда сильнее также нашей команды. С ней можно бороться и спокойно. А какие вообще цель на будущую игру, вот, которая будет с Волгоградом? Цель, как всегда, победить, набрать как можно больше очков. Всегда за этим. Хорошо, спасибо. Да, спасибо.